Сегодня у нас 19 августа 2016 года. Это мы недалеко от Потеряевки находимся, за несколько километров. Вот идет поезд по железной дороге. Он сказал, сейчас покажете ведра свои. И каждый почерпим вот на ладони, чтобы было видно, какой размер ягоды. Ковенко, говорят, это институт Лисовенко, Алтайский институт, университет теперь аграрный, вывели. Это крыжовник со смородиной. Но главное, что нету ни... Тоже снимаешь? А лишек нет. Она бывает черная. Вот она на веточках. Бывает красная. Бывает коричневая. Ну, откройте где-то можно. Так, заверните-ка, подождите. Еще раз подождите. Ну-ка поднимитесь, а там под низом побольше. Вот, держи так на фоне руки. Видно, какие ягоды. Вот сколько ешь, никогда не наешься. Не смородина. Да, наешься. Крупная у тебя. Не болит ничего. Хорошая. Вот так. Угу. Каждый у себя там ведерки поставьте, я ведерки фотографирую. Ведерки рядом. Это мое. Ну-ка в ладошки почерпни, чтобы видно было, какой размер. Ух ты. Ну вот, ой, видишь как. Отборный. Вот в ладони. Ух, не нашел, да? Вот это что? Это мое. Твое, да? Ну-ка почерпни своей рукой. Раз... на ладони. Видите, вот она какая. Ладони, а вот это что, красненькое? Это ваше. Ну, почерпнуть мне надо уже, подожди-ка. Моей рукой. Вот она какая ягодка. Аренда. Это кто? Моя. А называй себя, кто ты такой? Никита. Никита. Вот у него есть сколько ми этой микины? Это микины, как у меня. Микины. У Никиты много микины. А ты кто? Виктор Савченко, не спит, вот, который. Савченко, видишь. По-моему, у тебя поменьше, чем у Никиты. Или столько же? Да ведро просто больше. Ведро побольше размером. Ну, видно, что вот оно, пожалуйста. Что тут договорять? Опрокидывай. И видно, что человек это замужний. Или как-то женатый. Не на том пальце, на безымянном носят-то. Да вот так не получается. Ну пока так. Но большое кольцо. Вот тут Владимир Пащенко меня снимает, а я его. Перекрестный. Михаил Михайлович Кальмаев. Из города Темиртау. Как тебя назвать? Женатый или разведенный? Женатый. Женатый. Приезжайте. Так, Никита, как тебя считать? Холост. Не женатый или женатый? Не женатый. Не женатый. Виктор Савченко, тебя как считать? Женатый. Женатый. Ну все, видите, что. Я. Игнать Тихонович. Женатый. Я женатый, у меня жена не пошла сегодня. Она думала смородина, она Володя пошла. Не Володя. Не женатый, холост. Холост, ну понятно. Пока еще. Все. У нас большинство три женатых.
Ну да. Будем вас эксплуатировать. Хорошо. Воспитывать. Мы сейчас через линию перейдем, там будем ждать на дороге. Объезд далеко. И я не хочу. Ну я возьму одного на всякий случай. Обязательно, даже двоих можно взять. Я поеду. А, ну да. Вот, вот и едешь. Так, берите, отдаем ведерки. Нам-то они зачем? Все, с Богом. С Богом. Давайте поблагодарим Бога, помолитесь. Старший брат, помолись. Господи, благодарим Тебя за Твои дары, более всего, Господи, за дары духовные, за дар веры, за дар вечной жизни, за дар прощения и искупления. Слава Тебе за это тихое мирное время, за эту возможность наслаждаться Твоими земными благами и, более того, Господи, небесными. Посети, Господи, болящих братьев, сестер наших, путешествующих сохрани, Виталия, возврати его с миром домой. И нас помилуй, милости Твоей ради. Тебе слава за все во веки веков. Аминь. 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 Ну пошли мы на ту сторону. Забирайте ведерки. Я должно быть 5 ведерок. Яблочки-то хотели набрать, будете? Нет? Не буду. Они кислые, они еще. Кислые. Я вот сколько пробовал. У нас там лучше. Так что... Ну все на этом, пошли. Все, слава Христу.